Людей будут встречать чистые и современные пространства. В Раменском городском округе вовсю идет благоустройство зон у железнодорожных станций в рамках реализации масштабного проекта МЦД-3. Сейчас работы ведутся сразу в нескольких местах. Первым делом преображают территорию у ДК «Сатурн», так называемую зону ожидания пассажиров. На данный момент готовность составляет 25%. На данном этапе мы видим, что здесь демонтировали старую плитку, убрали старые архитектурные формы, идет укладка новой плитки. Всех также жителей Раменского городского округа волнует вопрос, куда же денется дама с собачкой. Дама с собачкой вернется на свое место и будет продолжать радовать нас. Далее на очереди зона у кинотеатра «Юбилейный». Но если здесь мы говорим про зону ожидания, то там будет сделана пешеходная зона, а также туда перейдет техника для демонтажа старой плитки. Там будет установлено новое освещение, положена новая плитка и установлены новые малые архитектурные формы, то есть лавочки, скамейки, урны. Еще одно пространство, которое совсем скоро будет выглядеть по-новому – улица Октябрьская, вблизи станции «Фабричная». Здесь также будет организована комфортная зона ожидания. Здесь будет скверик с дорожками, с качелями, с лавочкой и планируется уличная библиотека. На данном этапе мы видим, что территория огорожена, огорожены деревья, которые не будут опиливаться. Сделан бортовой камень под будущие дорожки. Будет выложена плитка, озеленение и установлены малые архитектурные формы. Срок окончания всех работ – конец августа. Виктория Самойлова, Андрей Пластунов и Андрей Минкин. Раменское телевидение.